Мы хотим всем рекордам наши звонки до тебя. Борьба без компромиссов и здоровая конкуренция. Все это летние спортивные игры компании «Роснефть». За 16 лет состязания стали масштабным спортивным праздником, где нефтехимики могут почувствовать себя настоящими спортсменами. Традиционно программа серьезная. На протяжении нескольких дней любители спорта борются в 11 дисциплинах. Легкая атлетика, шахматы, волейбол, перетягивание каната, гиревой спорт, баскетбол, эстафеты, толкание ядра, настольный теннис, бильярд и мини-футбол. Артем Миткеев представляет ангарскую нефтехимическую компанию. Он занимается футболом с детства. Говорит, это увлечение всей его жизни. А в соревнованиях такого уровня участвует впервые. Для меня и открытие как-то было все в новинку. Много где участвовал, но очень хороший уровень и очень красиво, масштабно. Очень спасибо организаторам. В этом году в летних спортивных играх участвовали более 300 спортсменов из Красноярска, Ачинска, Ангарска и Иркутска. Организация на высшем уровне, питания, проживания, отлично, поле, несколько полей, все очень хорошо. Ангарская нефтехимическая компания организовывает турниры 12-й год подряд. Каждый раз нефтехимики в числе победителей, и этот год не исключение. 158 очков, первое место. У нас очень большое уделяется внимание здоровому образу жизни. В ангарской нефтехимической компании, в компании «Роснефть» у нас проводятся наши внутренние корпоративные соревнования. Не финальные, как мы сегодня вы присутствуете, а именно корпоративные соревнования, где в этих корпоративных соревнованиях мы отбираем лучших наших работников. Спорт на предприятии – это не только здоровый и дружный коллектив, но и важная часть корпоративной культуры. Из года в год компания активно развивает спортивную деятельность и вовлекает в нее всех сотрудников. Дарья Пастушенко, Константин Синицын. Новости сейчас.